Вашої сторони виключно просити на наступне судове учасників судового провадження. Зрозуміло, зі сторони захисту те саме позиція підтримується, і маємо повертання виклик свідків. Зокрема, здійснити судовий виклик власним та Сергія Володимировича. Бачите, там викреслені є, деякі залишились. Я прошу викликати Дев'янка Юрія Богдановича, Добродомова Дмитра Євгеновича, Павла Петровича Костенка, Наливайченко Олександровича, Новак Наталію Васильівну і Чумака Віктора Васильовича. Ваша честь так, але ми, в принципі, знову ж таки, оскільки ми ще не визначились, бо ще не та стадія процесу, з порядком дослідження доказів, і це слід зі сторони захисту. Тобто не на наступний раз ми просимо оскільки, а просто ми заявляємо про необхідність їхнього виклику в майбутньому. Дане клопотання воно стосується не на сторону, воно буде перше. Це просто попереднє заяву. Саме так. Але ми не наполягаємо, що вони були 22-го. Ми наполягаємо, оскільки 22-го числа ми ще не перейдемо до дослідження доказів сторони запису. Дякую. Клопотання ще якісь будуть по підготовці? Немає у вас клопотань. Потерпілий? Немає. Захист обвинувачений? Немає вас честь на даному етапі клопотань. Немає. Тоді, розслухавши учасників судового провадження, суд приділяє комісар Чуткін. На скільки хвилин, скажіть? На 3 години. Братішка, чуєш, пораніше, ну ти ж воєнний, як ти можеш бути потерпілим? Ти гоніш і що? Ти не можеш бути потерпілим. Немає смисла зараз. Серйозний парень, ти ж боєнний. Ти не можеш бути в такому статусі. Можна? Прошу, друзі. Це ще не пророж, це, я скажу так, це, по-перше, взагалі вхід в боротьбу. І, так би мовити, ми побачили суперника, і що найголовніше, ми вже побачили певний рівень заангажованості суду. Але на сьогоднішній момент ми ще не... Живыми костями, например, или там ходячим состоянием и так далее. Записать их идею. 400 человек, если бы я кого-то ударил, бы что с ним бы потом случилось. Поэтому, ну, конечно, это фарс. Мне стыдно, что мы все участники, конечно, этого всего, потому что тратить время на непонятную имитацию уголовного дела, тратить время всех этих людей, у которых всех семьи, всех этих дела, работа и так далее. Ну вот так выстроена, к сожалению, неправильная модель государства. Да, поэтому выстраивать и строить периферийную Россию на территории постмайдановской Украины, Западной Украины, по-русски не получится, это невозможно, нереально. Ну, да, они стараются, но это не до конца Россия, потому что, ну, Путин, если хочет с кем-то расправиться, он расправляется, там, или убивают, или сразу закрывают и так далее, а он пытается имитировать, и демократа, и вышиванку носит, и на украинском языке разговаривает, но вот хочет быть маленький Путин. Я думаю, что 18 числа на очередном марше мы докажем, что этому будет очень скоро, этому наступит конец. Спасибо. А можно такое ответить, Чи це правда? Моего? Да. Не, ну первая попытка была привязать меня к прекрасному городу Львову, который я очень люблю, но постоянного жительства у меня во Львове нет, у меня работа основная в Киеве, поэтому эта попытка была в сентябре. Она не прошла, я нахожусь в мере пресечения на сегодняшний день, поэтому будем вот участвовать в имитации судебного суда, по моему делу. А затягивают вашу Не, они не заинтересованы затянуть справу, они наоборот заинтересованы ускорять справу, потому что те справы, например, Дривянков-Погоров, та же справа, она уже валяется в судах третий год. И никто не заинтересован, никто не звонит с администрации президента, чтобы его ускорять. Как только мы встречаемся со справами против простых, обычных людей, нищих людей,
против добровольцев. Кстати, сегодня день добровольцев, и поздравляю всех наших героев, добровольцев, которые отдавали и отдают жизнь за свободу и за процветание Украины. Добровольцы, которые составляют, не продались и составляют угрозу власти сегодняшней, они тоже сидят в тюрьмах, и дела ускоряются вот таким, такой скоростью света, да? Кто еще сидит? Политические оппоненты, которых можно за один день оставить без гражданства, на третий день выдворить из страны, на четвертый день приостановить или налепить новую справу, приостановить потом расследование, потом возобновить и так далее. Поэтому легальные инструменты политического давления, легализованные инструменты, суд, прокуратура, СБУ и так далее, они должны поменяться, измениться, потому что они не работают сегодня на благо государства, они работают на благо элит. А элиты кто? Это те люди, которые отдыхают в военное время на Мальдивах с левыми паспортами, которые могут сегодня решить судьбу миллионов людей, с кем-то договорившись, кого-то кинувшись, невзирая на жизнь людей, да, которые собирают самое главное. Не только свободу людей, но и перспективу. Забирают и воруют будущее людей. Потому что если они могут обходиться с нами таким образом, то я не хвастаюсь, но на суд обычного простого украинца не ходят по такой количестве. Я не знаю, я не считаю. А мой фар Тарас. Да. Поэтому я опять же говорю, почему люди не приходят, например, поддерживать суд, да? Или поддерживать Порошенко. Почему они поддерживают политику Луценко, например, да? Потому что они временные люди, и они понимают, что это недоразумение должно закончиться. Там було питання, до речі, про обмеження пересування. У нас є інша інформація, що можуть заборонити. Можна зайти подивитися на проєкт постанови про порядок денної сесії, і немає цього законопроекту в цьому порядку денному. А виключив хто, Парубій? Формально виключив Парубій, звісно, але ми чудово розуміємо, що це є страх Порошенка, навіть для того, щоб він просто там фігурував, щоб профільний комітет мав можливість розглянути цей законопроект і дати свій висновок. Тому, коли ми говоримо про вимогу українського народу про імпічмент президента, то ця вимога є абсолютно резонна. Коли президент не хоче навіть, щоб цей процес обговорювався в парламенті, щоб обговорювався в політичній площині, щоб давалися свої думки стосовно того, в який спосіб цю процедуру врегулювати, то є тільки один вихід. Це вимога добровільної відставки президента, і, власне, 18 числа ми з такою вимогою виходимо. Нет другого выхода, потому что давно уже политику выдавили на улицу. Да? То есть нет площади. Сегодня вот действующий депутат парламента говорит, что в парламенте даже нет возможности обсудить законопроект. Не то, что за него проголосовать, принять этот законопроект. Просто обсудить, устроить дебаты. Кто-то пускай выступает против и покажется, но кого мы имеем против в стране, которые депутаты, которые против процедуры импичмента любого президента, у которого можно снести крышу. Да? И этого они боятся, потому что они боятся выступать и показываться народу. Эти безликие лица, которые случайно носят статус народного депутата, которые там ховаются в кабинетах один за другим, да, перебегают с одного кабинета в другой, чтобы не видели люди. И в кабинетах сейчас планируют, как выиграть следующие выборы на наворованные деньги. Они даже боятся обсудить в парламенте, что любой другой президент должен быть наказан, если он нарушает закон. Президенты должны быть вечны. Любой причем. Сегодня... Расскажи, просто в Киеве сегодня переодетые менты, ребята ставят баннер, они раздавали листовки там, переодетые менты забрали баннер, правда они отбили у них, что приставка, переодетые специально пришли забрать баннер. Да. Ждец. У меня біля хати Луценка камеру забрали, їхню собаку.